Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы продолжаем вместе с вами играть в игру Stalker Lost Alpha. Находимся мы сейчас на свалке и держим путь вновь в темную долину. Так уж повелось, что в последнее время мы все время идем туда. Обычное, по сути, задание «Пойди и добудь информацию в лаборатории X-18» вышла в этакую маленькую сказочку про Колобка, потому что мы ушли в прошлый раз с вами и от бандитов, и от монолита, потом от военных, и в конце нас встретили греховцы, или группировка Грех, которые оказались этакой лисой. Они нас поймали, обработали, и теперь вот мы на них работаем. Абсолютно все хотят попасть в эту недоделанную лабораторию просто. И всем под руку подворачивается наш главный герой. По крайней мере, вот уже который раз мы с вами идем выполнять для кого-то работу. Ладненько, сегодня нам предстоит сейчас быстренько отправиться в темную долиночку. По патронам у нас все очень плохо. Так уж вышло, что ребята из греха отправили нас буквально-таки с голой жопой. Извините за прямоту, но так оно... на самом деле и есть. Мало того, что у нас боезапасов практически по нулям, так еще и броня на нас одета. Обычная бандитская. Я не знаю, если нам скажут отправляться сразу в X-18 в таком прикиде, без возврата нашей экипировки, я вряд ли что-то смогу сделать. Превосходно. Так, ребята, похоже, у нас большие проблемы. Один. Так, собачка. Ну, ладно. Так, ладненько. Опасно было каплю. А ну мы с вами справились. Все меня монстры еще увидели. Плохо то, что они все вновь появились. Расплодились. И дрить их налево. Патронов у меня не так, чтобы уж много сильно. Еще плюс стрелка показывает почему-то в сторону входа в темную долину со стороны темной лощины. Ах ты тварь. Достал нас, а? Еще один? Маннал я тебе. И имел я тебя в виду. Бежим, кедрений фени. 21 патрон, ребят, это очень мало. Еще и огненные полтергейсты. Великолепно. Давайте сбегаем, как нас просят. Я предполагаю, что своим походом с темной лощины от греха сразу... кордону я поломал систему. В кавычках, конечно. Разработчики странно, что оставили такую возможность, если они не хотят, чтобы люди так ходили. И теперь нас буквально-таки ломают. Иди отсюда. Так, Меченый, Петренко на связи. Да, Манал, я тебя тоже веду. Найти человека ему надо. Они совсем с дуба рухнули. Так, ну, по крайней мере, нам не пришлось путешествовать в ту локацию и обратно. Уже есть хоть какой-то плюс. По сути, знаете, вот такие вот маленькие баги, что вылазят, они ничего не ломают. Даже некоторую разнообразность вносят в линию сюжета. Просто, как вы понимаете, разработчики пытались сделать все максимально линейно, создав некоторый сюжетный коридор. А мы своим поведением сейчас нашли лазеечки, которые меняют стандартные реакции игры. Смогли отправиться на кордон, с кордона сюда, с другого прохода прошли. Теперь мы с вами можем пойти дальше, как и положено. Честно, видать, расчет был на то, что мы на выходе
из темной лощины. Ой, ё-моё. Короче, отправимся обратно к мосту. У моста найдем свою машину. Да, примерно так оно наверняка и было рассчитано. А мы с вами машину угробили, Кедрине Фени, насколько я помню. Поэтому такой вариант для нас не вариант. О, уродцы, повалили. Ну идите сюда. Секунды! Не буду я дергать судьбу за яйца. Давайте-ка я убегу оттуда, ребят. Еще можно поторговать со сталкерами. Они, ребята, бывалые, наверняка. С деньгами, да. Вот так-то. Получше будет. Жалко, что они патроны не продают. Пить как охота. Ну, суп сейчас холодный. Ничего. Не смертельно. Найти документы у бандитов. Задание, по сути, попервой, довольно простое, но с учетом того, что я систему поломал, я не думаю, что ребята, они будут к нам дружелюбны. По крайней мере, готовимся к тому, что жара пойдет, патронов у меня, конечно, на всех не хватит, но будем надеяться на трофеи. Давайте последим за мини-картой. Да, они, смотрите, красненькими мигают. Ну что ж. А, Дугласа еще вижу сразу. Пошла жара. Потихоньку. Так. До свидания. Тебе не повезло, парень, просто. До свидания еще раз. Блин, офигеть, у него что только там. Да, 5500 бойцов, как один человек, спали в повалку на земле. Он хорошо. Они топят, конечно. Но вы сами видели, даже промахиваясь, как только я попадаю в их поле зрения, они для меня становятся врагами и пытаются нас убить. До свидания. Тут у нас еще один. Ничего. И не таких ломали, да, ребят? Ах ты! Тихо. Урода кусок. Превосходно. Новый пистолет. Будем надеяться на его убойность. Да, получше будет. Макаров я, конечно, тоже со счетов не буду сбрасывать, как-никак оружие, проверенное временем. Вот, немножко современных новостей вам скажу. Сейчас он, конечно, порядком устарел, сам по себе. Его убойность и маленький магазин дают о себе знать. Ребята, вы не думаете, что он не был улучшен. Сейчас есть такие модификации его, которые делают его вновь очень-очень... Damn. Нужно. How long am I supposed to wait here? Хорошо. Деньги, патроны. Классно все. Вооружусь-ка я. Нет, не выйдет вооружиться. Патроны хоть тогда докинем. Судя по всему, документ находится буквально-таки здесь рядом. В шаге от нас. Еще надо не забыть про то, что внизу я у парня там видел умопомрачительное по крутости оружия. Это гроза. Так, больше ничего нету. А ну бежать! Все, вот так вот. Главное напугать, а дальше все идет как по маслу, ребята. Так, это выбросим. К сожалению, Абакан довольно плохого качества, а в данные автоматы я вложил немало денег.
Стопс, по-моему, там какое-то сообщение было, нет? Нет, не то. Личные заметки. Найденные ПДА, операция Агропром. Так. Нет, 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 нет. Виперный театр, там какое-то сообщение было. Я отчетливо видел. С цифрами. Класс. О, ребята, ну... По-моему, 295. Так, 9, а как первую? Так, стоп. Я, кажется, понял. 2. 9. Есть. Хорошо. Похоже, бандиты так и застукали тебя. Раз уж ты там, попробуй найти еще информацию в подземелье, в лаборатории. Короче, код от входа 5271. Вот уроды! Вы бы мне шмотки для начала вернули, гады. Чтоб вас. Капец. Нет, ребят, ну форменный капец. Че, они совсем, что ли, рехнулись? Не вернули мне ни броню, ничего, но при этом предлагает отправляться туда. Ключ от тюрьмы? Подождите-ка. Так, стоп. Так. Сейчас идемте, освободим этого парня. И потом пойдем немножко поторгуем, думаю. С ребятами, которые тут недалеко. С теми тремя сталкерами. Так надежнее, я думаю, будет. С улучшением. Но он поломанный. Поломка довольно критичная вещь сейчас для меня, поэтому я не могу использовать такое оружие. Мы теперь точно знаем, что в лабораторию чапать нам придется. А это очень опасно. Заклинит и капец. Вот так, ребята. Пока. Чересчур все легко идет, вам не кажется? Я прям как Рэмбо какой-то. Хоп. Ворвался. Выстрелил. Все легли. Я дальше пошел. Так, ладно, парень. Здоровки. Как жизнь? Не знаю, как тебя и благодарить за то, что ты сделал. Долг тебя хорошо наградит. Я должен бежать, и если доведется еще свидеться, в долгу не останусь. Так. Сергей Лохматый, запомним. Да, без проблем, удачи. Best of luck. Так, так, тут у нас что? Случайно не проход? В лабораторию. К сожалению, нет. Значит, в баню его. Автомат в руки и пошли. Мне неспокойно как-то, что... Чересчур как-то я легко, словно нож, масло, вхожу в их стан. Хотя, по идее, должна быть заварушка. Уже должна сирена орать на всю катушку. О, ребята...
Кажется, я совсем забыл и чуть не профукал самую главную вещь в этом месте, ребят. Это ни много ни мало, а супер мега заначка, которую вообще можно было бы здесь найти. Это склад. В оригинале он точно такой же, ребят. Но в оригинале я его по-любому не пропускал. Ну так уж выходило, что по-любому сюда попадаешь. А тут... мог бы и пройти мимо. Так. Берем только самое необходимое, за остальным всегда сможем вернуться. Вот что правду я вам скажу. То, что не стоит чересчур усердствовать. Все, сталкера. Ой, долго с мы освободили, хотя это тот же самый сталкер. Можем спокойно отсюда уходить. Благо, у меня пока стрелять никто не собирается. Но на случай, если даже соберется, калаш у нас точный. Я бы не отказался от глушака для него, тогда бы это оружие просто не имело себе равных. И для меня представляло бы просто огроменную ценность. Но, к сожалению, моему превеликому такого мне не предоставляют. Возможно, глушаки вообще отдельно не продаются. Кто знает. В реалиях зоны это оружие... ой, это насадочка или гаджет для оружия довольно специфическое. Не каждому и нужно. Наоборот, чем громче будешь пулять, тем лучше тебя услышат. И если вдруг что, придут, помогут. Ну или убьют. Как бы там ни было, думаю, только убийцы да наемники им пользуются. Так, мужики. Калаш держите. Пистолет. Ну ладно, пистолет не хочешь, понял. Ну, хорошо. Очень близко полтергейст, парни. Имейте в виду, я вас предупредил. Так, лишку все давайте продавать. Патронов это чересчур даже много будет. Для такого похода. Гранаты предпочту оставить. И что же он за выжигатель такой, а? Правду о нем говорят или брешут? Ну, сходите, проверьте, парни. Если вы думаете, что выжигатель это только сказка. Думаю, вам не понравится то, что вы там увидите. Нам, собственно, тоже не понравится, но хочешь не хочешь, а это увидеть придется. Лучше побольше патронов. Да. Вот ведь как грустно все. Так, у нас до сих пор с вами перевес. Кстати, давайте проверим. Гроза у нас классная штука. У нее даже подствольник есть, но, к сожалению, патронов для подствольника у нас нет. Придется выкручиваться так. Выкинуть что-то я тоже не могу. То есть 2 кило у нас должно быть отстреляно патронами. Это не шутки, если так серьезно посмотреть. Если учесть еще то, что нам предстоит с вами тут сражаться с монолитом, точнее с его остатками. В прошлый раз я зачистил только половину. Ну хорошо, сейчас как-нибудь... попытаемся сделать это аккуратнее, я даже сохранюсь.
Опасно очень просто в здании вести бой. Фонарик еще придется постоянно включенным держать. Это вроде ночь, в темноте сижу, а практически ни черта не видно. Слепую иду. Так, вот тут точно должно быть зачищено, я просто перестраховываюсь. Ребята из этого края здания, а также некоторые, кто был наверху, уже на меня натолкнулись. Им не понравилось. Эти в бане со своим монолитом, а? 6 человек. Этическая сила. Совесть бы имели. Просто ни черта не вижу. А сейчас тут кто-то будет, а я его даже не увижу. Хорошо. Сейчас, подождите, дайте-ка я детектор уберу, меня бесит это. Потрескивание. Стоп, давайте подождем, по-моему, сейчас кто-то поднимется. Да? Не оставляй меня, монолит. Не оставляй нас, твоих детей. Да-да-да, вот он. Я вижу. Не оставляй меня, монолит. Не оставляй нас, твоих детей. Трупов у вас не прибавилось, конечно. Ты труп, мужик! Ты труп, мужик! Ох, твою ж налево. Уроды. Через все пробили. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Давайте отступим. Проще держать их где-нибудь. Так, баночка вот. Вот таким макаром все и будет нами использовано. Думаю, с той стороны никто не придет. Ждем их. Искореняй. Братья, я обойду его. Помогите мне. Хорошо. Не вздумай только это делать здесь. Схватка с монолитом обещает быть довольно жаркой. Так уж появилось, что ребята эти фанатичны до невозможности. Я обойду его и уничтожу. Нужно прикрытие. Обходи и уничтожай. Предпочел бы схватиться с ними на поверхности. Сейчас ты будешь уничтожен. Да. Именно так, на поверхности. Где угодно. Так. Вот броня у него хорошая.
Видите его? А? Я слышу. Что он где-то идет, а вот где? Хоть тресни, не пойму. Ты не скроешься от слуг монолита. Я обойду его и уничтожу. Нужно прикрытие. Ну, выходите, давайте. Ты не коснешься монолита. А что, если коснусь? 4, ёперный театр. Еще 4 гада здесь. Так, ладно, давайте отступим. Ты не скроешься от слуг монолита. Ну, давай, иди сюда. Сейчас червь тебе покажет, что он умеет. Ах ты. Видите? Это чудо. Выглянем. Трое. Они подходят. Они реально могут обойти. Не уйдешь, враг монолита. Тебе не скрыться, червь. Обеспечьте безопасность. Прямо здесь. Так, хорошо. Давайте выйдем. Братья, я обойду его. Помогите мне. Пойдем их сами обойдем. Просто сами видите. Одно даже удачное попадание в мою голову, и я труп. Как показала практика, лучше быть очень осторожным и живым, чем мертвым. Тупым. Я не буду рисковать нашей шкурой просто так. Вы это поймите. Давайте грозу протестируем. Вдруг она по убою не будет по их броне урон наносить. Так, там один уже есть. Тут у нас кто-то есть, нет? Есть. Да я не собираюсь никуда уходить, как бы. Там есть кто-то. Ай-яй. Хорошо, зашел. С козырей. Ох, твою. Ну давай, иди сюда. Прошу помощи. Сейчас ты будешь уничтожен. Помогите мне. Ты не уйдешь. Хорошо. Не уйду, так не уйду. Просто как бы не собирался уходить. Если вы наставите... Ох, жесть, как хорошо влетело. Хоть бы сдох. По-моему, он сдох, кстати. Последний. Ну, чё-то ты где? Сохранимся.
бегут, словно бы рядом. Так, ладно. Стоп. По-моему, меня обходят. Не люблю, когда так происходит. Именно поэтому я сейчас сам их еще раз обойду. В лабораторию X-18, я так понимаю, сегодня я не зайду. Такими темпами. Это будет чересчур рискованно. И необдуманно с моей стороны. Слушайте, да? Урод. Где ты? Так, ну-ка, калаш, иди сюда. Ты не коснешься монолита. Урод. Блин, курточка говно. Убил. Ладно. Да идите вы в баню. Вы что, издеваетесь? Ребята, мы с вами попали. Мало того, что все хреново. Так еще и излучение. Прям как в Silent Hill попал. Хорошо. В принципе, меня устраивает. Давайте пережидать эту фигню. И надеяться, что мы выживем. Класс. Выброс номер 2. Я просто счастлив. В таком месте ковыритно. Я, наверное, свой голос даже сейчас не буду слышать. Страшно до чертиков. Но карта говорит, что больше никого нету. Она, по-моему, врет. А тут гон, интересно, есть? Класс. И в окно хочется смотреть, и в дверь надо как бы посмотреть. Не знаю. Все чересчур опасно вышло. В целом. Интересно, если я куда-нибудь не туда в здании пойду, меня не убьет случайно? Если игра посчитает, что выброс тут может меня достать. Просто метки больше нету безопасности. Ну, хорошо. Ух, жесть просто, да? Такие моменты, они вообще атмосферу на 200% поднимают. А представляете, если бы я был где-то в поле? Вот это был бы номер. Так, ну хорошо, давайте до конца переждем и закончим серию. Я, в принципе, полностью доволен всеми событиями, что с нами сегодня случились. Мы смогли и бандитам насолить, и монолиту, и добыли то, что нам, собственно, нужно. Ладненько, ребят, давайте, я думаю, тянуть не буду. В принципе, благодарен я вам всем не просто за просмотр, а за то, что вы остаетесь со мной на канале. До скорых встреч. Всем вам удачи.